зеркало смотреть. По первому ряду практически, да, никого уже. Крути руль, ты в бордюр сейчас уедешь. Видишь бордюра? Я же говорю, крути руль. Почувствовала? Угу. Левый ряд перестройся. Двигаемся, двигаемся с зашённой максимальной скоростью. Чем мы плетемся-то? Выбираем ближайшее место для разворота и разворачиваемся. Далеко ли ты поехала? А? Тут сплошная линия, разметка. Тихо! Радик поднял пыль, я не увидела. Подонок. Ладно, а когда уже здесь машина, мы уже чуть ли не въехали, машина ничего не тормозила, так гашила. Зеркало. Едем, едем, едем. У нас главное, только вот этих ребят встречку пропускаем. Крути руль, смело, поехали. Красный впереди горит. Поехали. Пользуйся сигналом. Сам такой. Едем. Еще обматерил нас. Не что правила дорожного движения учить на досуге вместо футбола смотреть. Левый ряд по возможности перестройся. Молодец. Поворотник выключи. Теперь заново делает свои действия. Включила. Прямо смотри одним глазом в зеркало. Пошли. Газу. Правый ряд перестройся. Газу. Ну он далеко, там видишь, у него две фары вдалеке, он значит сзади тебя. Включаем поворотник, едем. Выбирай место для остановки и остановись. Ну, во-первых, а если бы сейчас вот этот голубенький автобус синенький не отошел бы, ты бы за ним бы встала и не сдала бы экзамен. Никогда не смей даже поворотник включать в сторону остановки, если кто-то стоит здесь. Автобус, машина, человек, мопедист, велосипедист и тому подобное. Поехали. Сейчас опять в бордюр въедешь. Вот. Проще вот так у бордюра остановиться. Не знаю, что ты туда поехал. Да. Почему ты здесь остановилась? Красный же там горит. Ну, может кто-то выпить захочет. Но нет же никого. Табличка стоп и стоп-линия, вот посмотри. Она... Табличка стоп действует как стоп-линия при работающем красном сигнале светофора. Понимаешь? Даже если никого нету и нету такого понятия пропустить кого-то, выехать там, чтобы он выехал. Выбирай место для разворота, развернись. Пошли, пошли. Выключила поворотник. Включай поворотник, левое зеркало, уходи, тормози.
крути руль. Ну, ну. Выбирай место для разворота. Кстати, мы здесь сплошную задели. Когда уходили в карман дополнительный. Левый поворот не включи. Вот, разрыв, видишь, полос. Крути руль, поехали. Разрыв полосы видела? Угу. Даже так можно разрывать. Даже так можно, да? Конечно. Заправки же выезжает налево. Выезжает. Выбирай место для остановки. Ближайшее. В зеркало смотри, сейчас в бордюр въедешь. Вот смотри, ты ехала. Угу. И начинаешь подъезжать к бордюру, ты начала ускоряться. Да ты ногу с тормозов убери. Поехали. Ты ногу с тормозов убираешь и плавненько катишься к бордюрке, а не летишь в нее. Так машин не наберешься. Включай поворотник, останавливайся. Газ убрала. В зеркало, где бок автомобиля, видишь? Да. Вот. Все, тормози, близко не надо подъезжать. Вот. Все, поехали. Выбирай ближайшее место для разворота. Здесь можно развернуться, как я тебе сейчас показывал? Да. Нет. Поехали, слева остановка. 8.11. Пункт правил учить. А. Нигде нельзя разворачиваться. На остановках, туннелях. Цепим уже. Чай, выключай поворотник. А здесь, допустим, как можно. На перекрестке. Даже если движения налево нету, видишь? Т-образный перекресток, можно остановиться и развернуться. Но, как правило, тебя люди не поймут. Я не буду. Что? Иди с этим делать. Почему? Поехали. Ну, мы сейчас-то не будем, это нужно включать поворотник заблаговременно. А так ищем, ищем. Даже не ищем, а выбираем. Мы не в лесу, чтобы их искать. Ближайший. Вот она, ближайшая была. Притормаживай, куда летишь-то с такой скоростью? Или хотя бы рулем работай, чтобы не я вместо тебя работал. Вот. Крути роль. Дядька не хочет нас пропустить. Ну и бог с тобой. Второй тоже. Хотя вот сзади поехали. Выезжай в одну полосу. Тебя дядя пропускает. И вторая свободная. Поехали. Спасибо. Хотя вот здесь горел красный. Видишь? Угу. Ты не будь таким человеком. Ты вот получишь водительское удостоверение. Видишь красный. Ну, видишь, ну, поворачивай. Да. Притормози, там, моргни. Угу. Пусть там скажет, чувак, давай, вперед. Езжай. Не будь таким. Выбирай место для разворота. Сначала разгоняй машину отсюда, уйди. Вы с джипом на одной волне едете. Веришь мне, нет? Смотри фокус, как перестроится. Притормозила. Ушла, газу. Газу уже. Притормозить, это не относится к термину торможения, полная остановка. Тормозить. Притормозила, джип ушел, ты вклинилась в поток движения. И дальше начинаешь уже не отставать от джипа. Не отставать от той скорости, которая идет впереди автомобиль. Угу. А если он уходит от тебя, ты берешь, останавливаешься, да тебе сзади кто-то приедет и скажет, ты что, ездить не умеешь или что? Опережай грузовик, разгоняй машину.
50 км в час. 60. Ты едешь 50, он сейчас уже около 60. Не получается. Видишь, у нас опередить грузовик. Все, отставляем эту затею. На экзамене тебе также скажут, опереди. Ты скажи, не могу. Не позволяет. Знание правил дорожного движения мне это сделать. Выбирай место для разворота. Зеркало. Уходи. Тормози. Вот тут сплошную опять зади. Поешь. Ты где тормозить должна? Ну где? Здесь. Ну подъезжай туда. Если бы за нами ехала бы сзади машина бы, куда ты едешь? Пусть он сначала остановится. Вот даже в зеркальце посмотри, там есть светофор, видишь? Красный сигнал светофора, видишь? И вот, кстати, мы на этой стоп-линии с тобой сейчас останавливались, где табличка стоп. Крути руль, поехали. Ты куда дядька лезешь? Он по телефону разговаривает, не мешает. Да правда, что ли? Поехали. Выбирай ближайшее место для остановки. Поехали. Выключи поворотник. Поехали. Сзади видишь, фура едет. Угу. Он только за нами так перестроился и коллапс будет. Как бы все правильно ты делала, но в левый ряд перестраивайся. С такой скоростью не перестроишься, они все едут быстрее тебя. В плане того, что они едут 60, а ты ехала 40 с копейками. В правый ряд уйди. Со скоростным режимом своим посмотри. Поворотник выключи. Куда же так несешься? В левый ряд уходи. Ну. Все. Ты пока смотришь в зеркало, не отвлекайся от дороги, хорошо? Он сейчас свободно. По сплошной. Молодец. На перекрестке от светофора 10-15 метров начерчена линия разметки сплошная. Вот где грузовик пошел, тут такая же история. Там сильно, что сейчас трамвай возьмет и троллейбус возьмет и перестроится. Это нельзя. Правый ряд уйди. Двигаемся по главной дороге. Да, не поняла? Ну! Смотри, наша крайняя левая полоса... Ну, поехали! Крайняя левая полоса превратилась в крайнюю правую. Мы сейчас перестроились влево опять из-за того, что там джипы эти стояли. Угу. А так должны были по правой ехать полосе. Да. Да. Правый ряд уходи. Вот нельзя так делать никогда, запомни. Особенно когда за тобой такая махина едет, ты начинаешь, увидела знак 40, и во что бы ни стало, начала 60, буквально за 20 метров сбрасывать скорость.
ты успеешь остановиться, у тебя машина весит там тонну. А тот не успеет. Тот весит с грузом, если он, ну я не знаю, с грузом он или не с грузом, но дай бог он весит. Но тормозной путь у него, вот этой торбы, смотри сколько. Хороший будет тормозной путь, точно не скажи. Газу. Уже можешь не газовать. Ну. Не отставай от КамАЗа, я тебе говорю. Не отставай. Ну, в пределах разумного. Перестроилась, и за этой машиной сразу не отставай. Представь, что ты ее догоняешь, только не так, чтобы ее ударить. За регулируемым пешеходным переходом выбирай место для остановки. Да какие мы все нетерпеливые там, ага, господи. Нервные такие все. Ага. Я тоже такой же уже. Задачу помнишь? Да. Что нужно сделать? Перестроить и много ряда. А в чем проблема? Тормози, а теперь уходи. Теперь газуй, догоняй машины, как я всегда говорил. Поехали. Выбирай ближайшее место для разворота. Какая задача была? Развернуться. Как я сказал? На ближайшее. Ближайшее слева сейчас было. Видела? Нет. Ты даже не увидела, что туда есть поворот, что ли, налево? Да. Молодец. Честно не увидела. Ну, я тебе честно говорю, это не сдача экзамена. Сразу же. Вот, отвечай за свои слова. Когда инспектор увидит, что ты перестроилась, вот у тебя спокойно есть место заехать влево, да, карман, и развернуться, ты его проигнорировала, скажет, все, до свидания. Вот здесь можно развернуться. Левый поворот включить, остановиться заблаговременно и развернуться. Потому что движение прямо уже отменил действие знака главной дороги. Вот здесь, допустим, движение прямо на асфальте, да, нанесена разметка. Мы не можем ее игнорировать. Здесь такая же ситуация. Смотри, движение прямо, направо там. А второй знак уже отменяет это действие. Можно останавливаться и разворачиваться. Зеркало обязательно. Поворотник сейчас выключай, потому что движение прямо у нас. Включай поворотник. И ты левее там бери. Едем. Никогда не спеши. А то у вас крути роль. То у вас мания увидеть, что впереди машина далеко, и быстренько-быстренько успеть. А бывает, что не успеваешь. И улетаешь в кувет. Выбирай ближайшее место для остановки и остановись. Молодец, поехали. Только поворотник всегда выключай, когда остановился. Тебе не мешает поворотник? Левый ряд перестройся. Посмотрела, никого, пошла. Выключила. В правый ряд уходи. Правый поворотник. Посмотрела, никого, пошла. Левое зеркало. Перестраивайся вправо. Никого, пошла.
выбирай место за регулируемым пешеходным переходом для остановки. Включи-ка парковку, выключи передачу. Задача какая была? За регулируемым. Ты где остановилась? Нерегулируемым. Нерегулируемым. Со второго ряда сразу остановилась. Что ты должна была сделать? Перестроиться в правый ряд, выключить поворотник, протянуть, включить поворотник, остановиться. Угу. А ты с одним и тем же поворотником взяла и остановилась. Так не делается. Угу. Вот ошибка будет на экзамене. Поехали. Вот видишь, ты газуешь, у тебя машина пытается аж подпрыгнуть. Не почувствовала? Ну, вроде не сильно это надавило. Ой, выключи поворотник. Выбирай ближайшее место для разворота. Поворотник включи. Если ты хочешь перестроиться в левый либо в правый ряд, ты дай об этом знать людям. Включи поворотник. Все. Больше в данный момент от тебя ничего не требуется. И мы проехали вон на красный сигнал светофора. Заметила? Или нет? Я поздно заметила. Задачу помнишь? Да, развернуться на ближайшем. Автобус не пропустила. Ну, в данном случае. Он не получил поворотник. Получил поворотник, получил. Он когда брал транспортное средство на работу, да, получал. Там 4 поворотника, он их получил. Он их даже включил. Включил. Притормаживать нужно перед остановками. Особенно когда там какие-то идут заходные, выходные действия, соответственно. Люди, когда выходят, заходят, да? Выбирай ближайшее место для остановки и остановись. Не используя автобусный карман. Вот за это я тебя буду ругать. Куда ты летаешь так? Поехали. Условно, да, парковка русская. Угу. Дергать его туда-сюда не будем, а то он умрет так за целый день. Вот где можно было развернуться, когда я тебе сказал, угу. Но вот здесь я разворачивался. Опережай зеленый этот желтый фургон или что там, строительная дорожная работа, машина. Выбирай место для остановки, остановись ближайшее место.
Ну ты если хочешь перестроиться, ты перестройся, никого сзади не было. Сейчас-то уже. У тебя никаких действий даже для того, что для попытки остановиться нет. Это тоже ошибка очень серьезная. Все отменяем. Дальше едем по маршруту. Зеркало обязательно. Включай поворотник движения прямо, потому что выключай. Ой, выключай. Их, я уже заговорился. Их. Ну, резче, 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 резче. Место за нерегулируемым пешеходным переходом. Ой, я уже заключил, хотел сказать. Выбирай место для остановки за перекрестком нерегулируемым. Парковка ручник. Все, поехали. А как ты определила перекресток? Нерегулируемый, без светофоров, выезд. Поворотник выключи. Место для разворота разделить. У тебя скорость 50 км в час в крайнем левом ряду. Развернись с применением прилегающей территории справа. Как это сделать? Направо уедь. Не поняла, сюда свернуть, да, надо направо? Да. Только не разгоняйся. Тут где-нибудь развернись. Здесь ты нигде не развернешься, уезжай отсюда. Ну смелее он туда едь. Смелее. Ты вот заехала в поворот и все, и паника. И ступор. Так нельзя. Вот здесь развернись. Здесь же можно развернуться. Как на автодроме в ограниченном пространстве. Можно развернуться здесь? Поворотник-то нужно тоже включить. Ну смелее, 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 никого же нет. Ты никогда не отвлекайся от дороги. Чё ты на него смотришь? Едем налево. Центр перекрестка выбирай, потому что кому-то надо заехать, кому-то надо выехать. Понимаешь? Если ты встанешь справа, ты людям не дашь повернуть направо. Встанешь слишком слева, ты не дашь людям заехать. Ты сейчас направо можешь не смотреть, смотри налево. Поехали, не бойся, газу. Вот так, сюда сначала, сюда ушла. Видишь, своя полоса у нас? Правое зеркало.
Тормоз сама держи. Ты поехали. Не надо обязательно, не обязательно ждать светофора. Никого нет, ты выезжаешь в свою полосу, потом пропускаешь встречной попутный поток движения и, пожалуйста, вперед.